День семьи в «Парусе надежды» празднуют воспитанники, многодетные семьи, потенциальные приемные родители и представители общественных организаций. Без подарков здесь не обошлось. В такой день детям из реабилитационного центра особенно важно чувствовать себя как дома. Для нас главное, чтобы вы были счастливы, чтобы в ваших семьях был мир и покой, чтобы вам было весело, чтобы вы спокойно приходили домой, вкусно кушали, любили свою маму и папу. И пусть у вас будет все замечательно. Для участников подготовили яркие выступления, мастер-классы и тематические площадки. Здесь же семьи могли обратиться к специалистам центра за поддержкой. И наши дети, и дети, которые не являются уже воспитанниками центра, но пришли вместе со своими родителями, смогут на таких состязательных площадках, игровых площадках с аниматорами потанцевать, попеть, научиться новому. У нас площадка глинотерапия, то есть научиться делать глиняные изделия, научиться делать изделия из бумаги. Незначительный повод и значительный эффект. Хотя Международный день семьи не празднуют в стране широко, сегодня он объединил десятки семей Приморья. Именно такие совместные усилия помогают решить проблемы детства. Наталья Ладудько, Павел Филатов, «Панорама».